Это 69-й какого года? Не помните? Этот? Да. 69-го. 69-го, да? Да. Но это проехали на ней. Ну какой, да. На мотороллере на этом, да? Да. Человек разобрал под покраску, купил себе другую, а этот в сарае стоял. Я приехал, он говорит, хочешь забирать? Тулица. Тулица. Тулица, да. Ну, на ее базе муравей был. Угу. Ежак. Это тоже приволокли на. А это гольф или что это? Да. Это второй. Такой где-то под эти, под бои без правил, бля? Нет, это когда-то я занимался профессиональным спортом, но все, что забросил, да? Да, блин, горбатый. Ну, ёпта, нихера. Товарищ, нахуй, на это первая машина, наверное, колхоза миллионера, ну. Я не знаю, может, одна фамилия знаю, но если слушать такого бедули. Ну да, это ж этот председатель совхоза этот. Вот и считай. Этот мне из Соликамска привезли. Вот этот? Да, 402 для Соликамска. Этот здесь нашел был. Чисто металлом отдали. Вот этого вот, да? Нет. Вот этого покупал. Вот этого вот этот. Просто отдали. Этот нашел, да, тоже так стоял. Как дерево. Да. Продавать не хотят. А шелком порос. Долго стоял, видимо. Ну, долго. Но самое интересное, он на ходу. Блять, поставить аккумулятор, он поедет. И заведется? Они большинство на ходу. Их, блин, через 15 лет ставишь аккумулятор. Если насос качает, они заводятся. Без проблем заводятся. Да, прикольно. Тут тоже. Ты видишь, вон люди стреляют, мишень вешали, из воздушки лупили вон по двери на задней. Ага. Ну, вот уже детишек нахуй забрал. Разрезали, хотели мотор BMW ставить. Не-не, у вас не получится. От BMW не получится, да. Ох, старички. Считай, это 400, 402, 407, 403. Короче, да, вся коллекция. А это когда дед увидел, какое состояние его привели, это мне подключили. Рассрочку за 150 баксов, да? Ну да, так смотри, там еще и салон, там панель. Я знакомый такого взял. На 9 мая, как увидел ретро-выставку. Mm-hmm. В тот же день поехал, купил такого. Год простоял. С документами, все. Угу.
Не, знакомый, говорю, на 9 мая увидел выставку ретро-машины. Не, у меня знакомый. Говорю, увидел выставку ретро-машины 9 мая. В этот же день поехал, такого купил. Документ, вот, он его простоял. Даже палец за палец не ударил. Не, потом, я на этом езжу. Потом затащил в деревню бабушки, загнал в гараж, и там он у тебя изменил. Лучше ты его берешь, да, и видел, который занимает. Потому что он думал, что сейчас не от какого-то, блядь. Тут... Это от полуторки колеса. От полуторки, да? Да. Это от полуторки я нашел у мужика, на телеге стояли. На это Гусматик, Ярославский шинокомбинат. Ярославский шинокомбинат, да, блин. Видишь, надо, заварили специально. Да-да-да. И да, на да. телеге стояли. На... Я говорю, ну что, за 10 баксов продашь? Он говорит, продам. На. Взял, срезал, он говорит, забирай. Прикол, блин. Сейчас буду. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините за вторжение. Ну да. Решетка от этих. Не, она же приезжали совсем, видишь. Звезду, конечно, откопать это круто. А номер какой еще, блин? Кто-то ездил, мы просто все. Ну да, это, наверное, какой-то номенклатурный. Работника был исполкома, да? Ну как раз мы будем говорить исполкома. Да. Это 48-го года чайник? Ну, да, там есть клеймо. Ага, слушай, точно. СССР, все как положено. Ну, у человека валялся все, потом со временем восстановить, сделать. Тот вообще такой конкретный. А, ну тут да, тут. Меня он пока завален. Короче, завален этими запчастями. У него еще пока руки не дошли. Что-что? Еще козлик есть? Там 69-й установлен. Ну, в том плане, что... А открыть можно, я извиняюсь? Какая красота, блин. Сплошной диван, руль, блин, все оригинальное. Магнитола, смотрите, какая. Часы. Так она еще, говорите, и своим ходом приехала, да? Нет, так мы же ездили. Да? Не ездили. Ну вот сейчас Гольфа, если заберу, то по ценовому ездить. Ну, вот такую погоду на 69-й. Это полностью скажем. А на этом самом 9 мая не будете выставлять ее там на этом? А я, ты знаешь, не выставляю. Возле крепости? Я вот беру знамена, поставлю, приехал по городу. Да. Что эти, блин, для ночной езды, блин, эти? Это маскировка. Ну. Так, конечно, он... Вообще там этот крючок закинь. Какой? Вот, крючок, видишь? Ага. Как-то он намного прикольнее смотрится. Да, ребята так когда-то катались. Ну да. Так он, понимаешь, как это? Как мне пацаны байкеры говорят, слышишь? Так ты, короче, все. Шлюп, тебе не надо, пристегиваться не надо. Ветер обдувает. Ты, а там да, там нечем пристегиваться, там нечем и не к чему. Да и как реагирует?
А есть дурак один? Один меня остановил, но больше он меня обычно не остановил. Обычно лояльно все относятся. Ну, он говорит, что ты хрипа этих хрипа там такое, дружище. Ну, раз бы выехали, да. Это машина, вот, я его езжу только летом. Я говорю, вот когда вы уведете, частично, за дороги. Какой, блин, техосмотр, шо они... Я страховку плачу годовую. Понимаешь как, ты ж возьми, у нас же тоже идут машины, что возьми. Только эту брали мы не на ходу. Эту брали на ходу, но немножко порядок еще привели. Ну еще тут немного порядок приводить. Я на ней ехал, умаялся ночью. Чего? Ну, немножко генератор не хотел работать. Немножко бензонасос не хотел работать. Так что? А, как, а какого она года получается? Короче, расклад какой? Мужик занимался раньше Волгами. Короче, эти Волги. Дал. Не закрывай, все равно снимай. Он себе, короче, сделал такую, как это. Возьми оригинальная Волга, которая шла. Вот этого не было. Ну, я смотрю, что стрелы. Не было. Ничего не было. Эти, а тут смотри. Не, на них применялись. Стрелы применялись. На... Я вот все в интернете досмотрел. На они звезде, пошли... наверное, нет. Не а было. На звезде не было. Потом они применялись. Они шли вот эти, которые шли на экспорт второй серии. Вот на них уже был этот хром. Хром этот тоже с экспорта. А? Хром вокруг стекол, скорее всего. Да, это... Сигнала, короче, не было. Они... Вот. Уже поставили тоже. Нифига. Чувствуется, что нормальный такой сигнал. Нормальный, наверное. Полдня умотался я. Ну да, тут такие дудки, блин. Разбирали полностью. Да. Сколько? Полдня мы на сигналы, да? Что, еще заведется, блин. Единственное, что да, я отъеду, потому что будет без дыра. Офигеть, блин. Ну вот это тачка, блин. Чик. Сигнал какой должен быть. Такой, как и должен быть, да, у этой машины сигнал такой, как надо такой. Не, супер, супер тачка, блин, конечно. Так прикол хочет. Я снимаю комнату. Угу. Во всей машине вот такая лампочка. Вот такая лампочка, блин. Сзади вот мы снимаем комнату, угу. Прикольнись. Вот такая маленькая лампочка завалена. Все, блин, она тнула. Хранилась хорошо. Ну да, хранилась. В гараже хранилась хорошо. Под навесом. Под навесом потом она так всю жизнь может и в гараже. Да она у человека практически в квартире стоит. Практически в квартире, да? Еще резина та, блин, тоже. Ну, буквально то, что видишь, стоят 14-ка тоже довольно-таки лучше. Я на 69-м, на 50-м установке. Видите переключение, где скоростей? Тридцать пять тысяч пробег. А со звездой? Ну видишь, это немножечко. Да, вот, согласись. Но эти вот вещи вот в оригинале, чтобы все было. Даже вот, смотри, ковры еще родные. Ковры родные, да, такие. Вот там вот полностью сохранился. Катик, слово. Диван, конечно, этот впереди, сзади. Да и мотор как работает, блин. Вообще. Нет, так вот, ты ж видел. Я ж не маслал, ничего. Но. Благодаря человеку. Ты, Витя, да? Ты настроил? Ну, ты настроил. Что там, покрутил там, покрутил тут, да.
и все. Вот сейчас, если я на них вырос, загвоздка была, знаешь, в чем? Что вот бак сейчас засран, мы хотим промыть бак, снять, вот есть же механизм. Ну, я видел, да. Ну, в баке там, конечно, все окислилось. Да мы пока заехали. Да там мух, знаешь, сколько? Надо. Мух? Да, еще советские мухи. Советские мухи еще, да. Мы ее забирали, наверное, говорю, поехали во сколько мы? 3 часа или 4 поехали. Приехали в 11 часов вечера. Да. Бампера перекрасили. Наверное, ну да. Полез. Ну полез, конечно. Да, бампера видно, что перекрашены. Ну вот это вот все как бы, все оригинальное там. Время свое берет, но это как ни крути. Да, вечного, вечного ничего нету. Ничего варить не надо. Время будет как-то на хром восстанавливаться. Но... Ну вот не стояли вот такие сигналы, блин. Ну, короче, чисто там жигулевские, газоновские они там. Просто что к тому, что вот оно. Вот оно полностью. Ну да. Железо. Железо это еще не убьешь ничем, блин. Ну да, педали все. Резинки, все на месте. Чтобы найти именно двор. Ну да. Так это вот именно, ну, что вот она. Экспортный вариант. В таком плане. Обычного оленя ноги отломаны. Скажи, кто-то в интернете оленя продавал, написано, что ноги отломаны, но в наличии есть. И сколько продавал? Недорого. Не вспомню. Может рублей 60. Белорусский? Да. Надо сразу было брать. Я в курсе, сколько они стоят. Сразу надо было брать. Просто как бы у меня пока нет 21-й Волги. Будет ли она когда-нибудь? У меня, видел, у меня во дворе пока тоже нет.